Сегодня, 29 сентября 2015 года, мы провели акцию под зданием ООН с требованием освободить украинских патриотов, которые арестовал режим Порошенко. Также мы требуем освободить патриотов, которых арестовал режим Путина. Однако украинская диаспора, которая якобы выступает в поддержку Украины, не пришла на акцию протеста. Нас пришло всего 3 человека. Но ничего страшного. В это же время здесь проводится акция сирийцев. Они с радостью поддержали нашу акцию протеста. Увидели, что мы из Украины. С радостью взяли плакаты освободить наших патриотов. Поддержали нас, высказали максимальную поддержку. И я так понимаю, что на сегодняшний день истинными друзьями Украины являются именно сирийцы, а не сами жители Украины, которые живут в Америке.